Певец Иракли занялся популяризацией своих клипов в сети. Для того, чтобы повысить количество просмотров, на которые сейчас молится каждый артист, певец решил привлечь модных видеоблогеров. На улицах Москвы на днях прошли съемки нового клипа Иракли на трек «На бульварном», в которых поучаствовали самые популярные представители интернета, такие как Макс 100500 и Амиран Сардаров, сыгравшие сами же себя. Но оказалось, что желания блогеров выходят далеко за пределы всемирной паутины. Когда-нибудь будет так, что вот мы, например, с Максом, мы ведущими в РУ-ТВ, а Иракли будет там получать премию? Премию. Мы ему будем премию давать. Вручать, да. В конверте. 12 000 рублей. Засыпку. Во время съемок клипа Иракли так веселился со своими новыми друзьями, что почти забыл, зачем он здесь находится. Но нам удалось немного узнать о сюжете клипа, который совсем скоро появится в эфире РУ-ТВ. Вкратце, если то герой, а это я, бежит, догоняет свою любовь, которая покидает его по причине, по какой-то причине, подозревая ссора. Ну вот, в ожидании хэппи-энда, надеюсь.